Это та самая вышка? Да, только канатка вышла из строя. Спроси у тех солдат, как ее починить. Это что еще за шум? Пожалуй, не буду двигатель глушить. Я их вижу. Вон там, на гряде. Ну и пусть. Хотели бы напасть. Скорее бы следующее. Канатная дорога к вышке. Работает? Нет, ее мятежники захватили. Кабина на их стороне. Можешь попросить их вежливо. Нет, спасибо. А другая? Я бы не рискнула. Слишком близко к вулкану. Думаешь, он активен? Да, он порой плюется лавой, но внутри есть что-то пострашнее. Ясно. И что случилось с этим вулканом? Даже мятежники не рискуют туда соваться. Жуткая тварь. Пряталась в тумане. Затаскивала людей в нору, плевалась огнем. Я не видела ее, но слышала крики. Когда нам удалось вернуть канатку, мы обнаружили кровь и пепел. Значит, прежде чем пользоваться ей, надо разобраться с вулканом. Ты что, шутишь? Умереть захотелось? Просто скажи мне, как туда добраться. О, Алиум. Я капитан Данам. По тропе можно подняться в горы. Держитесь парами, будьте начеку. Проклятые твари, крысу пару. Что они сказали? Добраться можно только по канатке. Она тебе очень нужна. Это вышка. Только она обладает достаточным охватом. Если не получится провести триангуляцию оттуда, продолжать вообще нет смысла. Тогда располагайся. Мы тут надолго. Меня ждет свидание с вулканом. Хорош. Они тут еще крупнее. Почти все существа на этой планете с момента нашего прибытия прошли стремительную и противоестественную эволюцию. Неясно лишь, наблюдаем ли мы адаптацию к аномальной среде, или аномалия их меняет. Да какая разница? Главное, не подпускай этих зверюк к себе! Thank you.
противоестественно. Как так вышло? Thank you.
Капитан Данов, эта тварь вас больше не побеспокоит. Серьезно? Просто не верится. Прекрасно. Сейчас же распоряжусь, чтобы канатку включили. Алиум, жаль, тебя не было с нами раньше. Теперь у нас есть шанс вернуть себе эту гору. Просто скажи мне, как запустить канатную дорогу. Моему ученому нужно на вышку. Да. Есть проблемка. Наша канатная дорога ведет не к вышке, а прямо в центр базы мятежников. Появишься там, и тебя окружат. Но... если перебьешь часть из них и вернешь нам управление канатной дорогой, будет и доступ к вышке. Неплохой план. Эй! Прости, что отправляю тебя туда в одиночку, но после того, что случилось в вулкане... Послушай, твоим людям и так не сладко. Я все сделаю. Там есть что-то пугающее, но мы не знаем, что... И это что, все? Нас было больше. Но многие слышат голоса в горах. Уходят. И больше не возвращаются. Как и те, кто отправился их искать. Но... может, Алиуму в этом повезет больше. Поможешь нам? Я попробую. А там как пойдет. Как успехи? В очередь мне надо перебить целый гарнизон мятежников. Да, ну, тут я тебе не помощник. Попробуй не умереть.